Всем привет! И это опять самые интересные новости технологий. Поддержите канал, оставляйте комментарии и лайки, скидывайте ссылки своим друзьям. Буду вам за это очень благодарен. Как я и говорил, Core i9-13900K удалось разогнать до 9 ГГц, правда при температуре минус 250 градусов. Все рекорды разгонов потребительских процессоров побиты. FUFX просто рыдает. Таких скоростей еще никто не достигал. Как думаете, сколько потреблял процессор при работе на частоте 9 ГГц? Не буду томить. 960 Вт. Карл. Только проц. О чем все это нам может говорить? О том, что реальное потребление следующих процессоров на Кремнии может достигать 500 Вт без разгона. А водянки 360 и выше станут обычным охлаждением, если жидкий гелий уже заменяет азот. Похоже, не стоит пускать робопылесос в спальню и туалет. Оказалось, что робопылесос iRobot Roomba J7 ввел слежку за своей хозяйкой и запечатлел ее, сидя в туалете. Далее фотки были отправлены на сервер компании, и админ слил эти фотки на форум в интернет. Вот так в одно прекрасное утро ты становишься знаменит, и совсем не так, как хотелось бы. Так что если у вашего помощника есть камера, прячьтесь. Но компания заявила, что это была экспериментальная модель пылесоса, которая использовалась сотрудниками с их разрешения. Но все же не думаю, что сотрудники давали разрешение сливать их new фото в интернет. В общем, будьте осторожны с электронной техникой. Мало ли как она может следить за нами. Еще побит рекорд скорости и дальности движения электрокара на одном заряде. Студенты и инженеры построили электрокар на солнечных батареях SunSwift 7, который установил рекорд скорости на дистанции 1000 км. Отмечается, что прототип двигался с почти постоянной скоростью 85 км в час и добрался до финиша за 11 часов 53 минуты 32 секунды. Это позволило ему стать быстрейшим электрокаром, способным проехать такое расстояние. SunSwift 7, оборудованный солнечными панелями на крыше и капоте, весит примерно 500 кг и может похвастаться просто впечатляющим коэффициентом аэродинамического сопротивления. Всего 95 тысячных. А у ближайшего конкурента уже 17 сотых. Чтобы улучшить стабильность Windows 11, Microsoft сломает проводник. Многие замечали, что при сбое проводника перестает работать и рабочий стол, панель управления и кнопка пуск. Кнопку пуск уже отделили в отдельный процесс после неудачных экспериментов с Windows 8. Теперь и проводник начнут потрошить, а точнее делить на разные модули. Для рабочего стола и для панели задач создадут отдельные процессы, чтобы при сбое любого из них остальные могли продолжать нормально работать. А еще было бы неплохо, если бы они наконец доработали блок переключения языков, а то уже лет 20 с ним постоянно происходят проблемы. Но разработчикам этого не видно, они ведь используют всего один язык. В сети появилось подтверждение существования видеокарты GeForce RTX 4090 Ti. Фотографию самого мощного графического ускорителя NVIDIA выставила на свой сайт компания Galaxy, которая быстро заметила свою ошибку и быстро удалила пост. Ожидается, что карта получит полнофункциональный кристалл AD102, 18176 ядер CUDA, впечатляющий 3 ГГц, это на 250 больше, чем ранее, обновленный кэш L2, 24 Гбит в секунду и 475 Вт потребления, и это без разгона, ребятки. В играх без трассировки лучей чип будет примерно на 10-20%. Быстрее младшей версии, а с трассировкой на 20-30% быстрее. Думаю, если они не переработают порт питания, пожаров станет больше. 500 Вт это вам не шутки. Ну или можно просто нанять пожарную команду, которая будет дежурить возле твоего компа. Квантовые компьютеры доступны для всех для использования дома? Почти да. Причем с подъемными ценами. Китайская компания SpinQt Technology выпустила три модели квантовых компьютеров с одним, двумя и тремя кубитами. Да и размеры этих квантовых компьютеров сопоставимы с обычными дискотопными ПК. Компьютер с одним кубитом стоит $8900. Кстати, первые компьютеры приблизительно столько же и стоили, а теперь через 40 лет их может позволить себе каждый. Думаю, с квантовыми ПК скорость будет значительно выше, и лет через 10 мы все будем уже дома использовать их. Комп с двумя кубитами стоит $43000, а с тремя – $58000. Жрут они всего 60, 100 и 330 Вт, что вполне себе приемлемо для таких мощностей. Но пока использовать эти компьютеры для обычных задач не получится. Поиграть в контру тем более не получится. Эти ПК можно использовать для ознакомления с тонкостями квантовых вычислений и делать направленные сложные точечные вычисления. Для орнидронов разработали куриные ножки для посадки на ветки, провода и выступающие части различных конструкций. Кстати, самого орнидрона я недавно показывал, и видео вам явно понравилось. Возможность посадить дрон на ветки, провода или выступающие части
значительно бы расширила автономность и функциональность беспилотников. Сидя высоко на дереве, можно вести наблюдение или снимать показания датчиков при выключенных двигателях. Более того, солнечная батарея дрона сможет зарядить аккумуляторы для перелета на другую ветку, если нужно сменить угол обзора. Но для этого необходим захват, как у птиц. Ученые разработали его, просто скопировав у птиц. В Евросоюзе разрабатывают новый закон, который будет очень полезен нам, потребителям. Аккумуляторы в смартфонах и другой электронике должно быть легко заменить. А еще лучше, чтобы пользователь сам смог это сделать. А у производителя аккумуляторы должны быть доступны в течение 5 лет после выхода модели. С 26 года все устройства должны иметь эту возможность на территорию ЕС. А раз это будет в ЕС, значит это будет везде. Сомневаюсь, что в мире будут продавать разные модели для ЕС и не ЕС. Достигнут новый мировой рекорд КПД на тандемных солнечных ячейках. 32,5%. Это очень много для солнечных батарей. Такой КПД достигается благодаря разным слоям солнечной батареи. Перовскита и кремния, которые поглощают больше спектров света и дают больше энергии. Ну а поиск Google может стать не нужен. Google уже очень сильно побаивается чат-бота ChatGPT. Он дает простые и понятные ответы на пользовательские вопросы, не ограничиваясь набором ссылок, и даже помогает людям генерировать различные идеи от бизнес-стратегий до тем для публикации в блогах, пока только, конечно, на английском языке. Вот именно этот бот может стать полноценной заменой поиска Google. А если Google потеряет поиск, то потеряет около 80% своих доходов. Возможно, следующей вехой развития интернет-поиска станет чат-бот от Google, например, на основе искусственного интеллекта Lambda, который, возможно, обрел сознание, по словам сотрудника Google. Как думаете, что предпримет Google, чтобы не потерять свою доминирующую позицию? Tesla разработала беспроводную зарядку на 3 устройства. Максимальная мощность зарядки одного устройства всего 15 Вт. Что, как по мне, маловато для современных гаджетов. Привет моей сиамешной зарядке на 55 Вт. Новое устройство Tesla использует технологию Free Power, которая позволяет размещать устройства по всей панели, не заботясь о их точном позиционировании на зарядной площадке. Новинка поставляется с интегрированным кабелем USB Type-C, 65-ваттным адаптером USB Type-C, а также съемной магнитной подставкой. А теперь вишенка. Цена 300 баксов. Маск, ты серьезно? Ну и немного новогоднего настроения. Робопсы украшают елку. Красавчик, что досмотрел это видео до конца. А теперь поддержи канал, поставь лайк, сделай шер и обязательно оставь комментарий. Это поможет каналу в развитии. Всем пока!